Взгляд простой, нет гордости, величия. Гимнастерка, ладно, без погон. И в петлице кубик, знак отличия тех тревожных для страны времен. А внизу на фотокарточке слова маме и жене на память, Ваня. Эта строчка до сих пор жива, и сегодня мое сердце ранит. В этой строчке горе и война, ненавистная долина смерти. Танк горящий, похоронка и жена, невозможность долгожданной встречи. Но одно я знаю, я погиб, чтоб сегодня внучка улыбалась. Память вечным пламенем горит, ей моя фамилия осталась. Молодым был и глупым, уходя на войну, мне икону дала моя бабушка Анна. Для чего мне она, я спросил, не пойму, в той среде, где я жил, ведь она нежеланна. Спорить мне не с руки, я ее завернул, положил в чемодан, может быть, пригодится. Закрутила война, то Шендан, то Кабул, но успела душа в злобе той запылиться. Нет, я зверем не стал, вел ответный огонь, видел гибель друзей, захотел помолиться. Боже, очень прошу, ты меня охоронь, и плохое со мной пусть пока не случится. Я молитвы не знал, просто с ним говорил, лик с иконы кивнул, или мне показалось. Но до вывода войск без потерь я дожил, и икона со мной до конца оставалась. Когда в казарму армии особой тебя введут, смущенный новичок, ты эту койку, походя, не трогай. У этой койки свой особый срок. К ней 40 дней никто не прикоснется. И поперек простынки номерной горячей лентой наша память льется. О том, кто нас навек прикрыл собой. Мы от воронки оттащили койку, а он шепнул бинтов своих белей. На 40 дней мою оставьте койку. Хочу я с вами эти 40 дней. И 40 дней уральские серёги улыбку оставляют на пороге и здесь не поднимают головы. И 40 дней, как кровь его живая, та лента поперечная горит. И 40 дней мы молимся, не зная ни строчки из отеческих молитв. У памяти нашей свои есть права. Земля, обелиск, гранит. Словно на сердце горят слова. Петров рядовой убит. Я снова и снова спрошу себя, а ты бы сумел вот так, землю, солнце и жизнь любя, вспыхнуть в огне атак? Пусть будет ответом мой каждый вздох, все, что копил года, что для отчизны он сделать мог, останется навсегда. Я пронесу сквозь ромашковый луг, сквозь память, сквозь явь и сны тех лиц, чье сердце остыло вдруг на красном снегу войны. Могучая Россия на все времена, и в прежние годы, и ныне. Героями наша отчизна сильна, отечество славится ими. Судьба, никак от нее не сбежать. Уйдет, думал он, на чуть-чуть, а ей в черном век доживать. Дом. Как жаль, что ваши жизни, братья, миг оборвали жерли огневом. Как жаль, ушел герой России и зарыдает мир на голоса. Мы все за вас молиться будем, да примет вас Господь на небеса. Героев России моей, героев вчерашнего дня, что сердцем горячим своим прикрыли тебя и меня. Мы шли на смертельный рубеж и жизни своей не щадя. Герои вчерашнего дня.
так жаль, что ваши жизни, братья, миг оборвали в жерли огневом. Как жаль, ушел герой России и залетает мир на голоса. Мы все за вас молиться будем, да примет вас Господь на небеса. Как жаль, свинец из автомата путь преградил солдату отчий дом. Как жаль, что ваши жизни, братья, миг оборвали в жерли огневом. Как жаль, ушел герой России и залетает мир на голоса. Мы все за вас молиться будем, да примет вас Господь на небеса. Герой России моей, герой вчерашнего дня, что сердцем горячим своим прикрыли тебя и меня. Мы шли на смертельный рубеж к бессмертию и славе своей. Герои вчерашнего дня, герои России моей. Сегодня наша страна отмечает День Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена Государственной Думой Российской Федерации в 2007 году. В этот день мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Звание Героя России присваивается за мужество и героизм воинам, сражавшимся в горячих точках, а также за выдающиеся достижения при освоении космического пространства, новой авиационной техники и особые заслуги перед государством за героические подвиги в мирное время. Слово предоставляется полковнику в отставке Маринченко Анатолию Васильевичу, председателю Кавказского филиала Краевой Краснодарской общественной организации «Герои Отечества». Уважаемые товарищи, дорогие земляки, сегодня мы отмечаем День Героев Отечества. Этот праздник совпал именно вот в первой декаде декабря, эта декада открылась 1 декабря сего года, юбилеем 125 лет со дня рождения маршала Победы, великого полководца страны советской, четырежды Герой Советского Союза, маршала Советского Союза, Георгия Константиновича Жукова. 3 декабря так получилось, что в этой декаде день неизвестного солдата. Похоронен был, останки из-за салата, в 1967 году, в конце ноября месяца. 5 декабря день контрнаступления советских войск под Москвой, где был развеян миф о непобедимости гитлеровского вермахта. И с этого момента начал упадок сил и средств этого коричневой чумы 20 века. И вот 9 декабря сегодня мы собрались в этом зале, пускай он малочисленный зал сегодня ввиду пандемии, но я хочу сказать следующее, что действительно, вот как было на баннере, вы посмотрели, этот праздник первый раз появился аж в 1769 году и был утвержден императрицей великой нашей Екатериной II в честь учреждения ордена Святого Георгия Победоносца.
И спустя несколько сот лет, ну, две сотни с лишним лет, в 2007 году Государственная Дума опять-таки учредила, вот именно в этот день, опять восстановила этот орден Георгия Победоносца, и решили с 2007 года праздновать этот день. Ветеранской организации, от Совета ветеранов, от себя лично хочу поздравить вас с этим замечательным праздником, пожелать вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, долгих лет жизни. И, пользуясь случаем, хочу поздравить нашего председателя филиала Героев Отечества по Кавказскому району Мариченко Анатолия Васильевича, полковника в отставке, и вручить ему приветственный адрес. Спасибо, Александр Михайлович. Анатолий Васильевич, просим занять вас ваши почетные места. Во все времена каждая семья благословляла на подвиг во имя Родины своих защитников. Рядом с отцами, дедами и старшими братьями мужают повзрослевшие дети. Становятся солдатами, защитниками Отечества. День Героя Отечества посвящен подвигу. А понятия «подвиг» и «герой» нераздельны. Подвиг – это готовность до конца выполнять свой ратный долг – защищать Отечество и его граждан. Не с меча, она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча ни разу в жизни злоба не касалась. И стрелами звеневшие бои лишь прерывали труд ее всегдашний. Недаром конь могучего Ильи оседлан был хозяином на башне. В руках веселых только от труда, по добродушию иногда не сразу возмездие вздымалось. Это да, но жажды крови не было ни разу. А коли верх одерживали орды, прости, Россия, беды сыновей. Когда бы не усобицы князей, то как же ордам дали бы по мордам? Но только подлость радовалась зря, с богатырем недолговечны шутки. Да, можно обмануть богатыря, но победить — вот это уже дудки. Ведь это было так же бы смешно, как, скажем, биться с солнцем и луною. Тому порукой озеро Чудское, река Непрядва и Бородино. И если тьмы тевтонцев и Батыя нашли конец на родине моей, то нынешняя гордая Россия стократ еще прекраснее и сильней. И в схватке с самой лютою войною она и ад сумела превозмочь. Тому порукой города-герой в огнях салюта в праздничную ночь. И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. Ведь доброта сильнее, чем война, как бескорыстие действеннее жало. Встает заря светла и горяча, и будет так вовеки нерушимо. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима. Врага любого жизни не щадя, нам судьба такая выпала с тобою, лишь бы не напрасно, только бы не зря. Нам судьба такая выпала с тобою, лишь бы не напрасно, только бы не зря. Пыльные дороги, да кривые версты, увели из дома дальние края.
напрасно, только вы не зря. Шли в походе зимы, пролетали весны, лишь бы не напрасно, только вы не зря. Гимнастерки побелел от соли, породнились плечи с тяжестью ружья. Мы хлебнули вдоволь и тоски и горя, лишь бы не напрасно, только бы не зря. Мы хлебнули вдоволь и тоски и горя, лишь бы не напрасно, только бы не зря. Сверкала, да свистели пули, но с пути святого повернуть нельзя. И до срока в небо ноги шагнули, лишь бы не напрасно, только бы не зря. И до срока в небо ноги шагнули, лишь бы не напрасно, только бы не зря. Вышло, что история России – это история военного подвига. Ни одно другое государство в мире не вынесло столько войн, сколько довелось пережить России. К сожалению, Великая Отечественная война не стала последней. Афганистан, Абхазия, Чечня, Беслан, Южная Осетия – эти слова черными буквами вписаны в нашу историю, окропились горькими материнскими слезами. Это просто беда, да, да.
просто война, что мальчишку нашла, это просто война. Он отчизне доверил все, что знал, 18 поцелуи с любимой и родимую мать. В ночь ушел на задание, в жизни все не доделал, дом родной не построил, сына не воспитал. Нашла, это просто война. Перед боем невесте написал он открытку, 20 слов, как он любит, и привет передал. Слушай, маме скажи, что мне страшно не будет. Я ни разу не струсил, друзей не предал. Снайпера-девки, что напротив зеленки притаилась в ветвях, и одной пулей дурой стало меньше в винтовке, и одним сыном русским стало больше в сердцах. Нашла, это просто война. Множество кровавых следов в российских городах и поселках оставили войны последних десятилетий, вместе с горем, породившие и современных героев. Это герои нашего времени, мальчишки, которые шли под пули и о подвигах совсем не думали. Мы гордимся, что и в нашем городе были и есть такие герои. Герой России, подполковник Юрий Яковлев, с раннего возраста определился со своим жизненным выбором. В семье, где ратное служение Отечеству стало настоящей традицией мужской половины, наверное, по-другому и быть не могло. Прадеды Юрия Павловича воевали в Первую мировую. Одного из них наградили Георгиевским крестом. Защищал нашу родину Великую Отечественную и дед Иван Никитович Яковлев. Он был танкистом и демобилизовался в 1943 после тяжелого ранения. В 90-е семья переехала в Чебаркуль, Челябинской области. Неудивительно, что местом своей учебы по окончании школы 17-летний юноша выбрал Челябинское высшее танковое командное училище, переименованное в ноябре 98-го в Челябинский танковый институт. Спустя 5 лет лейтенант Яковлев получил распределение в Северокавказский военный округ, командиром танкового взвода в мотострелковом полку. Затем молодого офицера назначили заместителем командира роты по вооружению. В 2005 году уже старшим лейтенантом стал командовать танковой ротой 141-го отдельного танкового батальона 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии. О том, какими командирскими навыками обладал Юрий Павлович, говорит тот факт, что его подразделение признавалось лучшим в объединении. А затем наступил горячий август 2008-го. Подразделение капитана Яковлева, получившее приказ выдвинуться на помощь нашим миротворцам в Южной Осетии, первый бой приняло на подступах к Схинвалу. На единственной дороге, шедшей к городу,
танкистов атаковали превосходящие силы грузинской армии. В этот момент 4 танка, в одном из которых был командир роты, выдвинулись в эпицентр боя. Умелые действия капитана Яковлева и его подчиненных обеспечили благополучный выход из-под обстрела мотострелковых подразделений. Сам офицер лично уничтожил 7 единиц бронетехники. Но главное было впереди. Войдя в Схинвал, утром 9 августа 2008 года танковая группа капитана Яковлева продвигалась на помощь российским миротворцам. Шедшим впереди танкистам удалось прорваться, а вот следовавших с ними мотострелков грузинские войска отсекли огнем. Несколько часов группа капитана Яковлева, состоявшая всего из 4 танков Т-72, вела непрерывный бой. Когда почти все боеприпасы закончились, а подразделения и бронетехника грузинских войск подошли почти вплотную, Яковлеву на своем танке пришлось вести бой с дистанции 50 метров, попутно маневрируя и подставляя под удары лобовую броню Т-72. Несмотря на 4 прямых попадания в свою машину, Юрий продолжил бой до конца. Благодаря умелому командованию подразделением из состава группы был потерян только один танк, а ранение получил лишь один военнослужащий. Указом президента Российской Федерации 19 сентября 2008 года капитану Яковлеву Юрию Павловичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда». Высшей награды был удостоен и его подчиненный, командир танка сержант Сергей Андреевич Мыльников. Еще 2 стали кавалерами ордена мужества и медали за отвагу. Пройдут века, но Россия непременно выстоит, сохранится, а значит, не изгладятся из памяти ее граждан святые и священные имена героев, которые создавали, защищали и укрепляли нашу великую державу. Своей честью клятву принесли. Мы правду защищаем, в борьбе не отступаем, вместе пути. Мы любим свой народ, свою семью. Мы ищем тех, кто перешел черту. Мы правду защищаем и людям помогаем. Мы не одни. Враг хитер и любит ложь. За нами люди, нас не проведешь. Мы правду защищаем, так надо понимаем. Мы впереди. Бывает день, не спим, не видим ночь. Беда приходит, мы должны помочь. Мы правду защищаем, друзей своих теряем, слезы в пути. У нас Родина одна, мы страна, и если в дом пришла беда, как всегда, без упрека и страха на стороже, вместе на острие, рядом на рубеже. У нас Родина одна, мы страна, и если в дом пришла беда, как всегда, без
Любите свою родину, гордитесь ей и помните имена и фамилии героев своего отечества, своей родины. Помните, какой ценой завоевано мирное небо в нашей стране. И помните, в мире всегда есть место подвигу. Спасибо, до новых встреч!